Все ледовые переправы на территории Ханголасского района закрыты. Соответствующее распоряжение подписано главой муниципального образования. На въездах и выездах установлены запрещающие знаки. Круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД. Кроме этого, административная комиссия совместно с инспекторами госинспекции по маломерным судам будет проводить регулярные рейды. Будут установлены посты ГИМС. Также будут проводиться совместные рейды с нами. Установлены запрещающие знаки на въезд на данные ледовые переправы. Также установлены это Покровск Джимкон, первый Джимкон, ледовая переправа Качакац в верхних бестях, Булганихтат Тайон-Ары, Чекалов, Титары.